Проверка, которую инспекторы проводили сегодня на посту ДПС у Синего моста, оперативно-профилактическая. Это значит, что цель не столько выявить нарушения, сколько предупредить водителей и пассажиров о возможной опасности. Сотрудники ГИБДД тормозили любой автобус, независимо от типа и маршрута. Проверяли стандартный пакет документов и техническое состояние транспорта, а также сведения о профессиональной пригодности водителя. Если вдаваться в подробности, то есть со стороны водителя это соблюдение правил дорожного движения, со стороны также оцениваем действия юридических лиц по выпуску транспорта, то есть должностных лиц, которые отвечают за выпуск транспорта, и юридических лиц. Это оборудование тахографами, чтобы техническое состояние транспортных средств соответствовало установленным нормам и ГОСТам. Пассажиров общественного транспорта тоже ожидают проверки. В качестве профилактики сотрудники смотрят на соблюдение норм ПДД. Например, пристегнут ли пассажир, если ремень в салоне предусмотрен. Проводят проверку в течение 3 дней по всей области, но осматривать автобусы планируют и дальше. За последний год в регионе произошло 36 аварий с участием автобусов, поэтому внимание к этим машинам, по мнению сотрудников ГИБДД, никогда не будет лишним.